Российский актер Алексей Янин пережил инсульт в мае 2015 года, после которого остался инвалидом. Телеведущая Яна Чурикова, открывшая сбор средств для помощи тяжело больного артиста, собрала 500 000 рублей, сообщает Вокруг ТВ. После инсульта за актером стали ухаживать его родители и супруга певица Дарья Клюшникова. Яна Чурикова открыла сбор средств, в результате чего всего за неделю удалось собрать более 500 тысяч рублей. 501 500 рублей. Именно столько удалось собрать в поддержку Алексея Янина, сообщила телеведущая. Она отметила, что приятно удивлена таким большим откликом от подписчиков и передала слова благодарности от близких Янина. Ранее сообщалось, что муж тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк может лишиться источника заработка.